Всем привет, вы на канале CryptoFreelance, и сегодня у нас тестнет свапи, публичный тестнет по поиску ошибок. Тестнет награждаемый. Ну что ж, приступим. Все ссылки, как всегда, будут в описании. Для начала мы переходим на сайт ChainList, подключаем наш MetaMask, прописываем пару начальных букв, и вот нам нужна вот эта сеть. Добавляем. Переходим в свой MetaMask, копируем адрес, переходим в faucet, получаем 100 тестовых монет. Переходим на сайт тестнета, подключаем наш MetaMask. И нам нужно будет сделать несколько обменов. И, возможно, у нас будут какие-то ошибки. Давайте обменяем на USDT, также пусть будет 5. Меняем еще на обернутый биткоин и эфириум. Нам нужно будет закинуть еще ликвидности. Для этого обменяем побольше монет. Пока делается обмен, заходим в ликвидность, добавляем пары там, давайте с эфиром. Подтверждаем внесение. То же самое делаем с парой биткоина. Как видим, пока никаких ошибок нету. Так, теперь нам нужно остальные функции попробовать. Добавим стейкинг. Жмем максимум, пусть будет на неделю.
Переходим в фарминг. Либо какая-то ошибка, либо ликвидность не добавилась. Переходим в ликвидность. Как видим, у нас тут пул отображается только с эфиром. Вот этот. Ну и нам нужно будет подождать какое-то время, чтобы запросить вознаграждение. Вы то же самое проделаете по несколько раз, там пробуйте забрать ликвидность. И если будут какие-то ошибки, в описании я оставлю форму, какую нужно будет заполнить. Тут надо будет подписаться на Twitter, Telegram. И сделать предложение, либо что улучшить, либо сообщить об ошибке и добавить ваш скриншот. Награды, я так понимаю, наверное, получат не все, но лучше сделать, чем потом жалеть. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, не забываем про телеграм-канал. До новых встреч!